А вы там кого зажали? Нет. Давайте искать. А ты что будешь брать? А, с собой? Я теперь буду колбасой возьму. Здесь очередь, Люда. Стой, поздоровайся. Прям хоть.
Все, естественно, я вам делаю вообще. Завтрак после вечера. К этому моменту просто нужно привыкать. А в домашних условиях это возможно сделать? А что не домашних? Вот я так понимаю, это будет десертная блюдо, да? Да, он очень вкусный. Вот яблочные, яблочки. Видишь, яблочки. Видишь, вот яблочки. Все, погнали? А завтра можно будет, да? Это... Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Пошли. Знаешь, как красиво. Спасибо. Будете погреваться и как-то отдавать свой сахар. То есть и все. Ну а как понять, что нам уже ее надо использовать? Ее надо прогреть просто до того состояния, до какого вы хотите. Можно ее вообще горячей. Я вот разрываю, да? Сейчас, мама. Сейчас. Ну сейчас ты сфоткай, подожди же ты, ну.
Вот, и,